Итак, всем привет! Сегодня уже 18 мая. Вот, покажу вам вот такие вот вкусняшки, что купили. Начнем с кетчупа Хайнс. Вот, вот такую бутылку купили, мой любимый. Потом вот такое большое молоко, 2,5, тут 1,5 литра. Далее вот такой швепсик с клюквой. Потом мама утром сегодня еще купила. А, кстати, да, мама приехала. Вот, с больнички. Так, 7-Up, вот такой вот небольшой. Потом она еще купила вот такой вот березовый сок. Если попробовать. Довольно-таки хороший, прикольный. Попробовала. Далее от мамы брокколи себе взяла. Потом кукурузку. Вот такую сладкую взяли. Потом гауда сырок. Далее анчоусы вот такие. Потом горчицу. Ну, надеюсь, она будет сладко-кислая. Попробовать тоже надо будет. Далее вот такие суши. Решили просто из Калифорнии, хоть хочется. Ножки. Мама покупала еще шаурму. Твоя недоевшая. Потом филешки, курочки тоже. Ножки что-то захотелось их запечь. Не знаю, может, с картошкой. Потом, так, что еще мама купила вот таких два сока. Ну, один нектар, второй сок. Тут в больнице была, купила там еще. Потом бон-пари. Червячки. Далее лимонка закончилась. Огурчики, как же без них. Потом глейт в туалет. И вот такое мыло еще. Оно интересно пахнет. Это апельсин и лаванда. Прикольный запах. Потом еще утром чоку купила. И вот такие на обзор чипсы. Московский картофель с малосольными огурчиками, маринованные. И вот малосольный. Малосольный и маринованный. Интересный вкус. Надо будет сравнить как-нибудь. Поэтому вот. Вот такие вкусняшки. Надеюсь, я все сказала. Поэтому как-то вот так. Так что да, маму отпустили домой. Она была сейчас в больнице на химиотерапии. И потом еще нужно будет ездить. Так что сегодня ее с приездом. А вчера произошла трагическая история. А, брат дедушки умер. Вот, он болел. Он болел онкологией. Вот. И ему было 68 лет. И он не выдержал. Так что сегодня плюс-минус с мыслями собрались. Вот. И, ну, нормально. В плане рассуждаем, общаемся, живем дальше. Дедушка поедет на кладбище завтра. Поэтому как-то вот так. Онкология это не шутки. И возраст. Да. А еще лед. Два ледика себе купили. Себе купили, себе купила. Итак, продолжаем обзор наш. Это из Fix Price. Покажу вам первое. Это вот такие клевые шоколадочки. Смотрите, Alpen Gold Oreo. Два шоколада, белый и темный. Очень интересно, прикольно. Лимитированная коллекция, кстати, да. Потом захотелось мне Биг Бона. Вот такого курица. Соус сальса. В такой баночке. Вот. Мама себе взяла фунчозу. Фунчоза терияки. Вот такая вот мама себе взяла. Потом взяли вот такую вот армированную клейкую ленту. Тут, смотрите, есть такие помпочки, чтобы можно было так отрывать. Вот, для чего? Для быта нужно. Короче, вот, это от Хэллоуина еще коллекция осталась. И вот, мне хотелось взять вот такую вот бутылочку череп. Вот. Ну, или фотосессии, как для декора. Очень круто смотрится она. Вот, черненькая. Потом взяла вот такие еще пластыри. Вот мне помогает. Уменьшает менструальную боль. Ну, конечно, при самой менструации. Еще не пробовала, но когда вот тянул низ живота, кстати, очень классная вещь по факту. Так, вот это вы понимаете, да, девчоночки? Все, мне очень нравится. Белла, класс, класси, шикарно. Так, вот это я взяла набор кабельных стяжек для того, чтобы сделать корону. Думаю, возможно, вы знаете, о чем речь. А если нет, то надеюсь, что в скором времени все покажу, расскажу. И будет у меня клевая, офигенная корона. Да, вот этих штучек. Далее, это вот такие котти. Это ватные диски. Тут их очень много, 180 штук. Да, прям от души. 4,50 это стоило. Вот такая вот огромная упаковка. Далее, вот такие вот семечки. Большая упаковка. Морской соли, кстати, очень вкусненькие, люблю их. Потом, так, еще из еды. Пухлый кролик. Вот такой воздушное суфле маршмеллоу клубника со сливками плюс пломбир.
тут еще форма сердечек. Поэтому как будто это... Здесь 100 Валентина еще коллекция. Дальше, ну, обычные вот такие лампочки. Вот. А, вот. Потом еще шапочку. Это мне нужно в бассейн будет походить. Не знаю, я буду, наверное, как придурок выглядеть. Ну, слушайте, наверное, в резиновой я буду не лучше выглядеть, так что уже получше вот такую нарядь не собираюсь. Так, вот. Потом... Дак, я сказала. Дональд Дак. Потом вот такая свечка. А, кокос. Написано кокос и что-то out. Это что, не знаю. Мне казалось, это ванилью пахнет. У меня была такая свечка черная, она тоже вкусно пахла. Не помню, правда, чем же, но вот такую взяли белую. И писк этой покупки, не знаю, как назвать? Как его назвать? Финал? Как назвать? В заключение, ну, типа, там-та-дам, как сказать? Ладно, вы поняли. Короче, вот такой надувной матрас, неоновый, розовый. Гляньте, он офигенно ярко-розовый. Там он был один. Для меня, надеюсь, вот. Поэтому уже не терпится взять его, полежать на нем, поплавать, вот. Позагорать. Вообще шикарно. Смотрите, какой он офигительный. Там были все темные, какой-то темно-синий, какой-то еще был зеленый. Но такой неоновый ни у кого. Так что нужно вот там ноготочки делать себе ярко-розовенькие и пим. И фотосессии такие, да, на пляжу. Поэтому вот, как-то так. Это вот такие покупочки с Фикспрайса. Смотрите, и вот что купила для хомячка. Это вот такой ее любимый корм фиолетовый. Little One, она обожает его, постоянно вот первым делом его хавает. Потом вот такой еще корм решили взять, посмотреть. Плюс тут мелочку подарок, прикольно. Я даже люблю такую мелку, так что... У нее еще есть мел, как бы у меня закончился почти. Ну, короче, вот, для хомячков, вот. Оно прикольно так выглядит, кстати, смотрите. Так, вот наш обещанный мелок. Да, никто не вытащил. Молодцы, спасибо. То я думала, мало ли они уже вытащили бы. Так, вот. Вот такие здесь семена, семечки. Смотрите, вообще клево. Она вот такое все и любит. Как она не любит овсянку, да, наверное? Мама. Кстати, длинные палки, это что, овсянка? Или просто, что это? Овсянка. Овсянка, да, наверное? Длинные такие штучки. Палочки. Mm-hmm. Нет? Да. Ну, да. Не овсянка. А что это? Длинные палочки, да. Овес, во, овес она меня не любит, короче. Так, потом песочек вот такой наш любимый. И опилочки тоже заканчиваются. Вот. Такие самые хорошие, самые нормальные. Так что вот. Так что, как обычно, все самое лучшее детям. Смотрите, какую красоту я сделала. Ну, это еще не до конца. Я давно хотела такую, как бы, корону сделать. Но сегодня я нашла вот эти вот петельки. Не знаю, как их назвать. Как они называются, знаете? Кабельные стяжки. Вот. Приклеила цветы. И еще нужно будет, не знаю, может, короне купить баллончик с краской золотой или серебряной. И все покрыть. Хотя жалко, цвет красивый, да, у цветов. Вот, покрыть все в золотистый и сделать офигенную фотосессию. Как вам? Говорю, давно хотела так сделать, попробовать. И вот, наконец-то, нашла стяжки. И наконец-то, вот, сделала. Так что, у кого есть ручки, и ручки не с того места, вуаля, такие короны можно делать. Ну и чтобы эти стяжки не валялись, просто я сделала еще одну такую солнечную корону, какой-то лев, грива. И мне нужно будет цветы, не знаю, или купить, или найти у себя дома где-то еще тоже. И сделать, возможно, в другом цвете вот такую другую немножко корону здесь. Потоньше ободок. Представляете, пригодился ободок, который я покупала, не знаю, может, 2 года назад. Ну, может, год, может, 2 примерно, не помню уже. Вот, просто чисто такой как каркас, чтобы сделать какую-нибудь приколюшку. Ну вот, очень прикольно, как будто у меня в доме магазин. Бац, взял все, что нужно. Вообще кайф. Вот и непосредственно еще вот с цветами. Вот такая вот. И нужно все покрыть золотой краской. Я думаю, по итогу должно быть офигенно. Мое величество, Виктория.
Как вам? Офигенно. Хорошо, что я купила эти плойки. Вау. Я как вампирка. Из сумерок или интерес вампиру? Кайф, еще надо подкраситься, и вообще будет вау. Решила помаду смыть. Непривычно мне. Как тетя. Так, черно-роза. Что у нас по черно-розу? Итак, всем привет. Сходили в магазин. Сейчас покажу, что мы купили. Купили листья нори, чтобы, ну, делать роллы или суши. Вот, две упаковочки. Потом форель взяли. Пока. Оп. Так. Форель слабосоленую, потом авокадо, вот такой наборчик из двух, потом огурчики, потом вот такой вот кальмарчик сушеный, далее наггетсы, чикен-наггетсы решили взять, потом сорти, вот такое вот моющее средство, маслица сливочная, потом вот такой соус по скидке, гранат, виноград, не знаю, мне кажется, вкусный, не знаю. Так, помидорчики, потом беру второй раз такую пенку. Ну, еще не закончилась, но вот это хорошая была и по скидке. Потом любимый вот такой вот сырок творожный. Кстати, нормальный, вообще очень красивый, вкусный. Эстетика упаковка, конечно, кукольная, да, вся такая. Виолет, вот. Потом майонезик Махеев с перепелиным яйцем. Яйцом. Лимончик. Редиска, вот люблю ее. И вот такое масло обычное. Подсолнечное, вот. Поэтому как-то так, вот такие сегодня вкусняшки у нас. Вот такая она у меня гимнастка. Да, пусик? Вкусненько тебе? Я да вкусняшки положила, яблочко. Чтоб не вылазить, а чё? Гляньте, ноу-хау просто. Стоим и ждем, пока рога снимут. Я бы сниму дороже. А это как полутралик, полуавтобус. Вот он какой. Рожки опустил, поехал в автобус. Шикарно. Всем привет. Покажу вам сейчас мини такую закупочку, но она конкретная. Короче, я только березовый сок маме понравился. Решили взять. Потом вот эта вода, боржоми клубника. Я думала, о, прикольно, вкусная. Короче, нет, мне не заходит, мне не нравится. Я думала, уже как первую банку можно вкинуть. Не знаю, мама выпила. Далее, вот такую взяла. Не знаю, энергетика, вода газированная. Что это такое, даже я не поняла. Для видео решила взять. Потом попкорн называется. Вот. И вот такая пчелка. Вообще не знаю. Конечно, вид у нее шикарный. Очень крутой. И вот такие еще две маленькие бутылочки. Тут как бы кокос. Должен плавать кусочки. Тоже для видоса. Все, последние деньги на видос. Все. Все для вас. Все для видоса. Все для распаковочки и пробы. Итак, далее купила вот такой вот спрей. Он вроде как бело-серебряный такой. Это для короны. Кстати, захотела золотой, но тогда вот это тоже имеет место быть, чтобы была серебряная корона. Далее огурчики вот такие. Принцесса вкуса. Очень вкусные. Но взяла вот такую маленькую себе свинину с печенью. Для того, чтобы я совместила с гречкой. Будет очень вкусно. Вот такой маленький кусочек. Это что у нас? Шпик-грудинка. Чуть-чуть с мяском. Вообще офигенная вещь. Далее вот такие семечки рень. Потом мой любимый кальмарчик вяленый. Потом вивальли. Кокосовые трубочки. Потом, смотрите, как классно. Тоже нам 40 будет. Мармелад алкогольный. Вот, 4 вида. Белое вино, виски-кола, коньяк-вишня и текила-лимон. Прикол такой. И тут еще вкусняшки для видосика, для распаковки. И вот такая еще красота. Свечка офигенная. Боже, она пахнет чудесно. Но очень похожа на мою, которая предыдущая была. Может быть, упаковка сменилась. Короче, очень красиво, круто и вообще кайф. Обстановка по кайфу, видос снимаю. Пиздец какой-то, если честно. Да, вот так вот проходят съемки. А еще открыла такую вкусняшку. Боже, как она прекрасна. Очень вкусно. Опа.
очень нежнючие, если что, они мне натыкаются. Ага. Не, я привязал, потому что мне надо было обратить. Короче, я чтобы выглядеть тогда. Всем привет! Это покупочки вкусняшек. Начнем с вот такого вот майонеза на перепелиных яйцах. Потом Бон Пари, мои любимые червячки. Гауда сырок. Здесь курочка, 4 филешки. Потом Киндер, мой любимый шоколад. Бумага туалетная Family Plus. Редиска, специально взяла беленькую тоже. Огурчики, помидорчики. Слива, потом яблочки, картошечка, такой еще сок березовый. И в Санте взяла готовую продукцию. Это 2 салата оливьешки и вот такие пончики интересные. Попробую, не знаю, кажется, будет прикольно. Мой мейкап как вам? Барби стиль. Ездила в областную. Проверочки были всякие. Проверялась по врачам туда-сюда. Вот, в скором времени, может быть, потом озвучу, что и как. А так, это так, была в ЦУМе. Вот, и сейчас еще покажу вам обновки мои няшные. Ну, еще Дарина, вот, минералочка. В лаптике еще миг купила цитрамон и гематогенки. Я не успела следить за полетом цен. Только было 4,80, 4,90. Сейчас уже 5,20. А до этого было 6 чем-то, я не понимаю. Что происходит? Бомбануло так бомбануло. Почти вся коллекция. НЛОшек. У меня, да. Это мочалка. Вот такая вот интересная. Но в жизни она поярче будет. Потом вот такой вот спонжик плюс подставка. По-моему, очень удобно и классно. Далее триммеры для лица и пинцет. Вот такие прикольные. У меня один есть триммер, но вот таких еще интересных нет. Это написано, что щетка для очищения кистей, как я поняла. Но я думала, это просто коробочка. Все равно крутая. Так, очки. Вот такие еще новые в мою коллекцию, зеленые. И вот такая вот косметичка. Она еще цветным так переливается. Прикольно, такая большая, тоже с ножками. Вот, филето все зелененькое. Вот такая вот у меня закупочка сегодня. А еще вот такая офигенная маска. Люблю такие. В холодильник ложь, потом на глазки. Вообще шикарная цена, так особенно. Офигеть. Ну и писк этой походки. Покупки. Это такая желтая кофточка и мамс джинс такие интересные. Мам фит. Вот так. Такие розовые офигенные джинсики. Вообще шикарно. И кофточка. Все подробно покажу в своем обзоре именно на Синсей. Офигенный улов. Сколько всего шикарного. А это ко мне. Муж сказал. Смотрите, какая прелесть. Такие нежные. Какая упаковка вообще. Серьезная. Красивая. Так, тестируем, дегустирую салат оливье из Санты. В общем, вообще хороший, очень вкусный. Советую, вот как оно выглядит. Вот так. Ну, очень вкусненько. Что это такое? Ух ты, какой у тебя дом новый. Вау, куча семечек. Ух ты, щепка. Все. Теперь это второй новый дом. Сейчас проверим, тут будет больше или тут. Просто тут она вообще обожает домик. Вау, скажи, да? Сколько вкусняшек. У тебя день рождения маленькая. Где Буська? Все. Ушла. Мне отпуск едовой. Всем привет. Посмотрите, что я купила в фикс прайсе. Это этого бедного Йорика. Но уже цветную белую, да?
ну, бутылку. И, ну, вот это самое главное. Вы гляньте на это. Это собрание вот таких прекрасных книг. Гляньте. Видимо, новые. И стоит всего книжка 4 рубля. Вы прикиньте? Тут Есенина стихотворение. Вот «Капитанская дочка», «Каштанка», «Гранатовый браслет», «Муму». Я сразу хватила собачек. «Муму» и «Каштанку». Мама Есенина. Это она обожает Есенина. Вот. Но потом я говорю, давай еще возьмем. Взяли еще «Гранатовый браслет». А я «Капитанскую дочку» еще, кстати, взяла, да. В общем, это вообще потрясающе. Вы гляньте. Офигенно. Я хочу еще полное собрание сочинений. Сочинений. Да, назовем это так. Полное собрание. Вот так. Офигенно, вы гляньте. Как это шикарно выглядит. Я держусь, чтобы не побежать еще не купить книги. Ну, это прекрасно, вы гляньте. А выглядят как... Ух! Потрясающе. Ну, короче, вот. Дальше. Это... Ой, это я купила в этом... В «Острой чистоты». Гранат такой вот напиток здесь вот с семенами. Потом с кокосом здесь это этот, как его называют? Личи, во, личи и дыня. У меня муж любит дыню. Я этот не помню, вкусно, нет? Ну, посмотрим. Так, чеснок купила еще в «Острой чистоты». И вот такие еще купила две сыворотки. От Selfie Lab, где мы, вот, насыщение энергии повышает упругость, защищает от внешних негативных факторов окружающей среды, и розовенький. Так, это укрепляет каркас кожи, глубоко увлажняет, разглаживает морщины, придает упругость и эластичность. Вот, Selfie Lab Mono. Вот такие вот сыворотки. Так, дальше. Фикс прайс еще купила. Вот такие конфеты. Кокос, малина. Баночки для анализа сейчас нужны будут. Так, еще в острове. Ой, нет, в острове. А в острове все. Это теперь уже Европт. Сок мама любит такой. Потом вот такой гранат, виноград вкусный. Мне очень нравится. Где мое качество? Потом мясные чипсы. Бон Пари кислые червячки. И мой любимый киндер-шоколад. Да, вот такие у меня приколюхи, очень классные. Особенно книги, конечно, я от них оторвать взгляд даже не могу. В общем, как-то так. Так, решились выйти прогуляться, подышать и сходить в Фикс Прайс. Если еще будут книжки, то за книжками. Вот, так что... Кстати, ветер. Не так уж прямо жара, что я делала свой худи. Уже запомнили в этом магазине, потому что только мы книжки покупаем. Пришли, короче, еще все, была вся серия образно. Ну, мы две книжки оставили, там еще для детей, полные такие там стихи для детей и прочее. Но еще 5 книг. Короче, в сумме 10 книг. Все. А все. Все, шикарно. Довольно, рада, довольна? Да. Вот, мама. Здравствуйте. Фух, ну, жалко не было моих этих пластырей. Один только остался. Уж хорошие, прошарили уже. Вот поэтому все. Топаем теперь на базу, на родину. Домой, короче. Привет. И тут покажу вам новый обзор. Да, новые книги. Я не удержалась. И свои заработанные денежки потратила на вот эти прекрасные книги. Итак, давайте начнем с вот такого пластыря. Я знаю, такой у меня тоже был. Вот при ревматических и мышечных болях, артритах, радикулитах, люмбаго, простудных заболеваниях. Ну вот, и все. Пластырь медицинский. Мне нравится пластырь перцовый. Он хорошо тоже помогает, расслабляет мышцы, то есть утоляет боль. Утоляет боль. Да, хорошее. Но мои любимые фавориты – это вот они. Бимед. А, и там Бимед. Вообще, да, классная фирма. Вот. Уменьшает менструальную боль. Это прям по факту. По факту жалко, что одна упаковка осталась, потому что, думаю, люди поняли. Люди поняли, да. Тут тоже как бы вот в том-то и дело. Те самые дни. И это действительно работает. Работает вещь. Вот. Я хотела больше купить, но осталась одна упаковочка. Я такая, ну ладно. Дома у меня еще одна есть, потому что это действительно рабочий. Я не знаю, как это делается. Ну да, как бы все равно есть небольшая боль, но она притупляется. То есть
Оно работает. Вообще как более утолительное какое-то. Это шикарно, конечно. Так, далее. Вот такие салфетки взяла, 20 штук, 20 штук. В прошлый раз я взяла салфетки такие антибактериальные, но там было 8 штук. Прикиньте, я не посмотрела, сколько там было штук, и за такую же цену по рублю я взяла 8 всего лишь. Я такая думаю, ничего себе, почему у меня так быстро упаковка улетела? А потому что 8 всего. И вот сегодня проверила, думаю, нет, возьму-ка я 20. И именно коти возьму, вот такие две упаковки. Далее я взяла вот такое вот сетевое зарядное устройство на 3 USB. Да, вот такие вот они. На 3 USB-шечки, потому что я когда снимаю видосики свои, мне нужна зачастую вот это вот тут переходник, это вот розетка, вот, и приходится брать зарядного, там еще тоже другого зарядного. А здесь все, 3 вот таких вот разъема, как раз для моих ламп, вот, так что очень удобная и хорошая вещь. Ну, еще взяла черную хну. Как бы я знаю, что ту еще не использовала я, но все же взяла еще одну, потому что я знаю, что здесь будет немного, а я хочу рисунки на себе делать большие, вот, поэтому это мне все тоже для работы, для дела. Ну так вот, возвращаясь к книгам, я взяла еще Гоголя, «Мертвые души», да, потом Пушкин, «Я вас любил», да, вот так все шикарно, Лермонтов, «Герой нашего времени». Я клянусь, я забрала там все книги, которые были. У меня 10 книг теперь таких. 10 просто представьте. Только и читай. Вот. Грибоедов «Горе от ума», Фанвизин «Недоросль» и Тургенев «Отцы и дети». Да, в общем, немножечко меня сорвало по поводу книг. Просто я посмотрела, что... Ну, я знаю, что да, я много уже читала, на самом деле, тем более в школьный период, вот, но я решила взять, потому что, ну, посмотрите, потрясающе выглядит, плюс я хочу все обновить, вот, плюс сам факт того же чтения, опять же, тренирует вашу дикцию, вот, какие-то слова интересные, ну, это классика, классика, поэтому я хочу еще раз напитаться этой классикой, вот, возможно, в моем возрасте, ну, как бы в плане старшим, не как в школе, я буду понимать немножко по-другому и, возможно, как-то тоже, ну, по-другому смотреть на эти вещи, вот. А еще у меня новый маникюр, да, такой вот фиалковый красивый цвет такой вот. И здесь еще втирка, она такая с розовиночкой, но, может, здесь как бы не особо видно. Ну, вот такие короткие, аккуратные пальчики, ноготочки. Такие вот, в принципе, приятные, да, как вам. Миленько, как Барби. Хотела совсем другое, но решила вот так. Думала наращивать, думаю, нет. Побуду-ка я еще с коротенькими, пусть немножко отрастут еще вот в таком вот цвете, в такой длине, потому что длина очень удобная и комфортная. Вот, поэтому как-то так. Вот, а еще покажу вам, что купила в 3 цены. Ой, какие 3 цены? Острой чистоты. Куркуму. Мама попросила взять ей. И еще взяла вот такую краску. Это Болгария. Взяла краску не для себя, а для Маляки. Завтра будем красить, она ко мне заедет. Вот, она захотела не ярко-красный, а вот такой вот какой-то темно-вишневый цвет. Вот, ну, поэтому будем смотреть, пробовать. Что-то вот такое новенькое у нас будет. Посмотрим. Конечно же, засниму это все. Ну, вот так. На этом все. Поэтому всем спасибо за внимание и до новых встреч. Разбираю тут свою косметику. Что на выкид всякое, что отдать знакомым, вот, думаю. Это еще, в принципе, ходовое, девчонке отдам. Думаю, это еще девчонке отдам. Это тете отдам. Это сестренке отдам. Это я выбрасываю. Это все. На мусорку.